Здравствуйте, дорогие мои. Давно я с вами не встречалась, но нам по определенным причинам. Сегодня я хочу поговорить с вами о маске, о ночной маске. И маска эта будет непростая. Вот, ну, как вы думаете, вот это вот что такое у меня в руках? Вот, это фрукт. Это спелый фрукт, который можно скушать. А мне его подарили в Венгрии. И знаете, что это такое? Это мушмула. Я никогда не видела вот, ну, мушмулу вот так вот живьем, чтобы я держала ее в руках. Это вот настоящая мушмула. А где она у нас есть? Она у нас есть вот в этой масочке. Да? Вот масочка с мушмулой. И, кстати, мне что очень понравилось, в новом каталоге, смотрите, она представлена, эта маска, целой страницей. Вот, вот здесь вот нарисована тоже мушмула. Вот, ну, а здесь она, ну, скажем так, она начинает только созревать, вот, а спелая мушмула выглядит именно вот так. Из спелой ягоды делают нашу маску. А чем хороша эта масочка? Тем, что она, во-первых, она ночная, то есть ее можно использовать вместо ночного крема. Во-вторых, она очень хорошо питает нашу кожу, то есть, ну, это как ресторан для нашей кожи. Очень хорошо увлажняет. И подготавливать нашу кожу для того, чтобы утром мы с вами вышли уже на улицу на мороз. Вот у нас сейчас в Москве у нас уже начинаются морозы, такая зимняя, новогодняя, рождественская погода. Так что вот готовимся с этой масочкой. Итак, что интересно, да? Вот смотрите, как ей пользоваться. Ну, во-первых, я отрезаю кусочек, да, и вот чуть-чуть я выдавливаю. Смотрите, она такая розовенькая. Вот смотрите, вот где там, где вот, вот видите, розовенькая такая. Вот и наношу. Кожа у меня, естественно, очищена от косметики, от того, что я днем ходила. Вот и я сейчас наношу эту масочку. Ночную масочку нанесу, она у меня впитается, и как раз вот у меня часа через полтора. Два, я уже буду ложиться. Вот, так, на шейку, декольте, на ручки. Вот, эта масочка у меня будет впитываться. Что я делаю дальше? Я плотненько зажимаю, и все, она, воздух уже сюда не попадает. Вы можете ее поставить на журнальный столик, чтобы не забыть завтра вечером снова ее нанести. Вот, а по поводу мушмулы. Вот смотрите, как ее кушают. Я сама первый раз видела. Вот ее вот так вот разрезают. Вот, вот она, вот такая вот она. Не очень такая, скажем, симпатичненькая. Вот. И вот так вот ее ложечкой. Ребята, там косточки, оказывается. Но вкус вообще необычный. Это как? Это среднее между яблоком, сливой, грушей и еще чем-то. Очень-очень интересный вкус. Так что советую на лицо, внутрь, мушмуло, и мы будем все здоровы. Все, пока-пока. С вами была Любовь и Дача.